договариваемся в конце июня еще раз встретиться. Уже на домик, когда можно будет посмотреть первый этаж. Договорились? Договорились. Вот. Все остальное будет идти параллельно. Я имею в виду, как только начнется отселение, сразу начнется благоустройство территории, чтобы не выполнять несколько раз эти работы. Дома аварийные, ну, придется сносить, а уже на месте снесенных домов расширять проезжую площадь, территорию проезжую, и, соответственно, появятся бульвары, появится территория уже благоустроена. Детские объекты, скверы, и часть дворов в этом году здесь делают, дворовых территорий. Часть дворовых территорий мы делаем, значит, мы делаем там, где многоэтажные дома. У нас из 16 оставшихся